Анонс и точная дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Родная мачеха». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 25 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как прошло 2 года. Аня постепенно соблазняет Сергея. Как изменилась жизнь детей, как Денис воспринял обстоятельства и поддерживает ли Наташу. Маша живет с тетей, работает флористом в местном цветочном магазине и занимается реабилитацией. Гена признается в чувствах Тане и делает ей предложение. Она согласна. Какой план появился у Маши и неужели она раскроет свою личность спустя столько времени? Как героиня планирует попасть в дом Сергея? Что нужно будет сделать для Ларисы, чтобы занять ее место? Маше тяжело быть чужой в своем доме, но она принимает все правила игры. После первых дней дома Маша узнает, что Аня может быть причастна к трагедиям, произошедшим в ее жизни. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 25 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.